Всем приветики, мы идем в музей. У нас очень хорошая сегодня погода, мы решили сходить в галерею, а потом, может быть, пойдем все вместе в кино, у нас выходной. Так что попробую снимать, насколько это получится. Ну и я сегодня вот в таком золотом камзоле. Камзоль. Сумочкой зеленой. Без макияжа, с прыщом. Ну, что поделаешь. Зато голова чистая. Ну, это новое, мы не видели, Тим. Это просто фотографии. Да. Это не рисунки. Ну и что, фотографии тоже могут быть искусством. Смотря какие. Я могу как-то друзей взять и потом фото сделать вот такое. Все. Да как художник Тим Рене Магрит, он рисовал себя такой, безликий. Это такие фотографии. Как Рене Магрит, да? Почему все то же самое? Ну вот он так человека видел в обществе. Это все другие человеки? Нет, это все один. Ну, тут... Я не знаю, мне кажется, он себя много раз фотографировал, потом это все совмещал. Думаешь, это крокодил? Я думаю, что это Австралия. Потом Сентенниал Парк. Потом Харбор Бридж. Да, похож. Опера Хаус. Опера Хаус. Есть потом Хаклер. Жопа. А вон Харбор Бридж, вон Сити. Я бы мог это просто рисовать. Ну, это тебе так кажется. Просто надо... Нравится мне вот это. Что это, остановка трамвайная или автобус? Это Сальвадор Дали, Тима, а не из гадки я. Актер. Сальвадор Дали — это художник. Хороший. Очень. А Фрида кто? И Марина Абрамович тоже. Да. Похоже, как ты рисуешь, да? А, вон можно. Это Сальвадор Дали, Тима. Смотри, его усы можно двигать. Ну ты, это же ты. Смотрите. Такие вот магазины.
очки. Привет, я тебя вижу. Покажи. Покажи. Покажи, а что ты видишь? Я вижу тебя. Ты здесь. А если ровно смотреть? Ты, у тебя ноги там. Да, я их вижу. Хочешь по... Мультик Мяудзяки показывают. Ой, свой. Не знаю. Какие же потрясающие магазины. Фриточка. Мама, я тут Это очки, если ты лежишь в кровати? Или в них удобно, когда ты лежишь в кровати, читать? Тима, это Special Edition. Давай, тут не надо трогать. Это Special очень книжки. Это фотографы такие. Пойдем? Сейчас пойдем. А где папа наш? Анька Лейбовец. Анька Лейбовец. Анька Лейбовец. Энн Лейбовец, у нее очень красивые фотографии. Ой, птичка. А? Птичка. Да, тут новая, видишь? Я сам думала, там были как комнаты с кроватями, как кнопки какие-то. И можно было даже попробовать. Тима, что это такое? Тим, что это такое, как ты думаешь? Тебе нравится? Не-а. Вштырила кого-то. Да, кого-то вштырила. Серьезно. Самое главное, что люди получили бюджет на творчество. Что-то большой бюджет, что ли, нужен? За... А, знаешь, какой бюджет, дети? 400 тысяч долларов. И поползли все. Пахнет здесь.
Вилаба, Сантал 33, кто-то надушился. Гармонично. Где? Это комната. Дедушка Саша мог это построить. Да, мог бы. Просто она не похожая на другие. Она особенная и не похожая на другие. Вот это красиво. Смотрите, музей хотел бы работать. Вот она наша красавица, галерея. Прекрасный день. Все, идем на парковку мы. В музее идет такая дорога. И вот вдоль этой дороги парковка, можно вставать. Мы припарковались чуть подальше, ну. Такая хорошая погода, можно прекрасно прогуляться. И если идти туда дальше, 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 то можно дойти до Opera House. Прекрасный. Прям будет красивый вид. Ну вот наши огромные деревья. Это, конечно, отдельная история. Очень красиво. Вот так вот стоят машины. У каждого свой номер. Здесь вы платите. Ну вот, поближе, чуть-чуть. Этот залив, и там, смотрите, какие яхты. Кто это там живет? Чего мы спиной? Да, кстати, вот в этом доме мы раньше жили. Вот в этом. Вот это Dental Hospital, а за ним был, ну, есть дом. Мы там раньше жили. Бизи-бизи. Бизи-бизи. Теперь нам нужно найти дружненькую парковку. Раздувай. Сюда мы не влезем. Или парковку. Ля-ля. А в этих домах мы тоже хотели снять квартиру. Тут шикарно. Просто шикарно. А почему мы не... Потому что там не было шкафов. Потому что там шкафов не было. Вот центр. Красивый такой, по-моему. Тима, не ври, тебе тоже нравится. Да, и все упали. А мы сейчас пойдем сходим вот в то кафе. Анита. Поедим мороженое. Тут внизу тоже разные кафе, магазины. А наверху вот это все квартиры, кинотеатры, скульптура, парк.
общем, мне очень здесь нравится. А мы смотрели квартиру вот в этом доме. Такие были сглаженные углы. Прикольно, но не было вообще шкафов. А там все в зелени. Красиво. Восторг. А вот там разные кафе. Улицы, да, Тим? Так, сейчас мы... Давай быстро, Тима. Там кафе, рестораны всякой разной кухни. Очень прикольно. Очень тут прикольно. Разные культуры, разные, можно попробовать национальные блюда. Пойдем, Тима. Я просто хочу снять. И маленькие такие. Так уютно. И вот тут такая маленькая улица. И вот мы идем. И вот можно все. Тут же при тебе все готовят, все очень быстро, свежо, вкусненько. Тима любит вот эти дамплингс-бар, да? В общем, наверное, когда-нибудь мы здесь будем жить. Ну, я бы хотела, наверное, ходить сюда, кушать. И вот там вот. Ну, это все-таки маленькие-маленькие улицы. Тима! Вот туда. Вот так. Вот они все делают. Тайское. Разные. Индийское есть. Японское. Тут вечером очень красиво. Все, а потом ты вот так выходишь. Что ты такой холодный? Я тебя контролирую. Держись! Вот такая вот лепота. А это Адьямо. Тимин любимый ресторан? Нет? А почему ты все время так кричишь? Адьямо, Адьямо. Ну это внутри торгового центра. Тим, пойдем в Аниту. Все, теперь его не утащишь от этой штуки. Мы идем в это кафе. Анита. Джелато. Симпатично. Ула-ла. А это йогурты. Можно брать йогурты и разные штучки к нему. Трехада галереи. Требиен. Требиен. Мы пришли в галерею. Белый кролик, White Rabbit. И тут, по-моему, новая экспозиция, которую мы не видели.
Но мы очень быстро по ней пробежим, что Тима не хочет. Hot blood. Hot blood. Вот такая штучка. Чё это? Чё это? Тютюшки. Слышь, Тима, ты не хотел идти. Я не говорил, что классно. Ну, странно, да. Это типа как такие башни, где ты медитируешь. А тут такая башня, только вся с таком специальном пенопласте. А что это такое? Тима, все, мы сейчас уже выйдем. Сейчас уже выйдем. Тебе же не нравится? Ну, это нужно думать. Страшный экзибишн. Угу. Да. Давай. Ну да. Что это? Рыба, цветы. Это такое искусство, видео, арт. Странные фотки. Угу.